Вот она радость, вот она позитив. Папа пришел с работы, мама пришел с работы, котиков запустили домой. И они играются, между собой, два братана в догонялке. Показывают радость свою. Вот они, положительные эмоции. Вот о чем я говорил сегодня, записал два видео. Осознал, как заработал, ну, псориаз. Я даже и не знал, что это псориаз. Вот, просто по суете работаешь, двигаешься. И вот сегодня послушал передачу по телевизору про псориаз. Ну, и оказывается, 70% это от нервов. Поэтому, друзья, очень важно найти себе приятное хобби. Очень важно получать позитивные эмоции, несмотря ни на что. Во все времена есть стрессы. И во время Второй мировой войны были и стрессы, и любовь. Это вот надо находить и смерть. И все равно, несмотря ни на что, нужно находить позитив, чтобы вот жить-поживать и добра наживать. Вот я все как бы вместе, да, и БАДы компании Full Life Research, исследования для жизни. И вот то, что возился с кошкой Мусей 6 котятами весной. И то, что кошка Муся и 6 котят возился осенью. И то, что как бы работа сутки через сутки, нашел позитив в работе. И вот эта трудотерапия, когда у тебя ответственность, ты идешь на работу, восстановился, идешь на работу, восстановился, идешь на работу, восстановился, идешь на работу. Ну и, конечно, постараемся избавляться от вредных привычек в питании. По утрам кушаем овсяночку, вот, не курим мы, ну, выпиваем немножко по праздникам, и то там маленькими дозировочками, в рюмочке по 15 грамм там. В нос больше закапывают люди. Так что, друзья, мира, добра, позитива. Это вот будет третья часть. Значит, осознал, как заработал псориаз и заслужил ремиссии. Да? Вот это будет третья часть. Эти котики мои. Ну все, помогай Бог, YouTube-канал Владимир Стороженко. Рад быть вам полезным. Действительно, богатейший опыт. По первому образованию я техник пчеловод. Сегодня мне сейчас 56 лет полных. 27 лет в сетевом маркетинге. 4 крайних года работаю физически. Ну и начинал работу с 17 лет. Трудовой путь тоже физически. Прошел путь грузчика, бригадира грузчика, охранника, торгового агента, торгового представителя гормолокозавода. 27 лет в компаниях сетевого маркетинга. Сейчас вот осознал, как можно весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима. Как можно вот что-то полезное ловить с моря, с речек, собирать с леса, с тайги. Так что вот 2600 видео моих личных на моем YouTube-канале Владимир Стороженко. Вот, как я опять вернулся к нагрузкам, как в 30 лет. Все, помогай Бог.